И накануне, как известно, президент Владимир Зеленский побывал на Бахмутском направлении, вручил государственные награды нашим защитникам. После этого посетил Харьков и Харьковской области. Он также вручил городу Харьков почетное звание «Город-герой» и проведал наших защитников в госпиталях. Также были вручены государственные награды. И сегодня Владимир Зеленский прибывает с визитом в Херсонской области. Он посетил там один из энергетических объектов. Во время визита, мы сейчас видим эти кадры, президент Украины обсудил ситуацию с обеспечением электроэнергией населенных пунктов Херсонщины, пообщался о восстановлении электроснабжения на деоккупированных территориях и о важности ремонта оборудования, которое было разрушено в результате российских обстрелов. Владимир Зеленский поблагодарил каждого, кто работает над восстановлением энергетики страны. Кроме этого, глава государства посетил село Посад-Покровское, где повреждено большое количество домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Президенту доложили, что в село постепенно уже возвращаются жители, продолжается восстановление электро- и водоснабжения, отстраивают амбулаторию. Владимир Зеленский побывал и в пункте несокрушимости, и в одном из мобильных домов, установленных в этом селе. Президент пообщался с жителями Посад-Покровского и поинтересовался их актуальными потребностями. В частности, жители отметили важность восстановления этих разрушенных домов и возобновления электроснабжения. Далее прямая речь Владимира Зеленского. Он сказал следующее. «Пытаемся все отстроить к зиме. Наша приоритетная задача – это электричество. Питьевую воду будем давать по графику. Сейчас начнут работать над планом. Думаю, что все будет хорошо», сказал глава украинского государства.